здесь как раз education нужно, блядь. Иначе можно покинуть этот мир довольно быстро. Не тот случай. Если вы хотите быть менеджером и отвечать просто на телефонные звонки, то education вам не нужно. Но если вы хотите остаться при этом живым, то education не помешает. Но по большей части электриков у нас мало. Блять, у меня опять все равно только две руки. Да что происходит? Каким туда пальцем, блять, указательным, да? Ага, извините, исправился. Ты погляди, а? Ох, они законы физики, блядь. Бескомпромиссные, сука. Пардон. Тряхануло нормально, да? Угадает раскраску фаз. У нас еще игра недавно была здесь. Вот. На любителя. Но мы за мирные игры. Так ничего не поменялось. Еще один кирпичик в стене. Еще одна шестеренка в системе. Не играйте с техникой. Ну что, ты закончишь все играть, нет? Шевелится. Трансформатор, блядь. Но для тех, кто любит электричество,